Слава Богу! Слава Иисусу Христу! Дорогие друзья, я благословляю всех вас, хотя по традиции православной Пасха будет 15-го, но вообще-то по библейской традиции, по библейскому календарю, она будет на этой неделе уже. 6 апреля вечером начинаем ночь бдения Господнего. Уже много столетий это продолжается из поколения в поколение. 14 Ниссана, в ночь на 15 Ниссана, когда Бог наших отцов спас тех евреев и тех неевреев, что вывел из царства тьмы, из царства Египта. И сегодня я хочу благословить вас, дорогие друзья, дорогие христиане. И вот это молитвенное покрывало такое, талос, я одеваю. И хочу спеть благословение. Этот талит непростой, он такой мессианский. Здесь как и из Ветхого Завета, так и из Нового Завета есть тексты. От мессианских евреев, с американских общин, где я проповедовал как раз вот последнюю поездку в США. И призываю милость Господню сейчас на всех вас, дорогие друзья. Призываю милость Господню на всех присутствующих и пою благословение на еврейском языке и на русском языке. Тебя Господь и сохранит тебя. Да призрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Бешем Иешуа ха-Машиах, Иешуа Машихейну, во имя Иисуса Христа, Мессии. Бог Авраама, Исаака, Якова, благослови нас Господь, Отец наш, сущий на небесах, распусти с миром сейчас, пусть твой шалом в эти предпасхальные дни, Господь, он будет в наших сердцах, в наших домах, семьях. Господь, ты покарал, Господь, Египет, ты, Господь, караешь эту землю и Украину, и другие страны мира, Господь, и эти кризисы, эти проблемы, которые сегодня даже неверующие заставляют содрогаться, Господь, для нас, верующих, это знаки Твоего возвращения. Бог, тьма опускается на землю нашу, но, Боже, пусть в жилищах народа Твоего будет свет. Пусть кровь Иисуса Христа, Агнца, она будет на косяках наших сердец, на косяках наших домов. Господь, и пусть губитель проходит в очередной раз мимо. Пусть Господь, кара Твоя, пусть Господь, гнев Твой, изливающийся на землю, Господь, сегодня, как никогда раньше, Боже, затрагивающий все континенты и фактически все страны мира, так или иначе, больше или меньше. И Господь, и в ближайшие дни мы ожидаем, Господь Боже, и Слово Твоего это видно, еще больше гнев, еще больше кары. Господи, мы знаем, что земля и дела на ней сгорят, и будет погибель нечестивых человеков. Господь, но мы знаем, что верующие Твои будут сохранены, Господь, под покровом Твоим.
И сегодня мы нуждаемся в Твоей шахине. Евреи, неевреи, все верующие Иисуса и Иешуа, как Машиах. Господь, соверши великий исход 21-го столетия. Соверши, Господь, великий переход нашего времени. Я прошу Тебя, Господь, за тех, кто, Господь, в зале, и тех, кто уже готов, Господь, подняться к Тебе в слетении на воздухе. И, Господь, прошу Тебя, благослови, Господь, чтобы не оглядывался человек назад. Боже, чтобы ничто земное не цепляло его. Господь, но те, кто оставлен будет, Господь, прошу Тебя, Боже, благослови их, Господь, утеши их, не забудь их, Господь, на земле Божьей. И дай им, Господь, говорить Слово Твое. Боже, во имя Иисуса Христа благослови их, Господь. Во имя Иисуса Христа и благослови в этом городе всех любящих Тебя и Тебя боящихся, Господь. Благослови каждого еврея в этом городе, Господь. Боже, благослови всех, Господь, любящих Тебя и Тебя боящихся. Во имя Иисуса Христа. Бешем и Иешуа.